мы наблюдаем сражение Дикра и Ли. Вот они разлетелись. Так. Ривер, это ближний бой, но Дикр пока не спешит идти в ближний бой. Илья держит дальнюю дистанцию. Оба игрока очень осторожно играют. Они сближаются. Так. Все, идет уже Клоуз, уже ближний бой. Тут у Ривера небольшое преимущество. Коса плоская. Тоже достаточно большое преимущество. Илья навязывает дальний бой. Очень хороший стрейп от Дикра. Оба оппонента дымятся. Очень хорошо. И Дикра горит! Да. 1-0 в пользу Ли. Итак, наблюдаем второй бой. Дикра против Ли. Обещает быть очень интересным. Оба оппонента занимают среднюю дистанцию. Приветствует Дикра небольшой. Оба оппонента на дымах. И Илья горит. 1-1. Итак, последний бой решающий между Дикрой и Ильей. Так, Дикра решает стик клоуз. Нет, у него не получается стик клоуз. Они занимают среднюю дистанцию, ближнюю дистанцию. На ближнюю дистанцию Рилка преимущество. Так, очень ого! Хорошо. Илья описывает что-то непонятное. Илья очень сильно подставляется под Дикра. Илья теряет Дикра и... Илья горит. Всё. Да. Дикра победил.